Ребятки, всем привет! Это долгожданный обзор велосипедной фары Securiting мощностью 8000 люменов. Это огромное число, которое может вполне сравниться с автомобильной фарой. Это даже и намного круче ее, потому что в среднем в автомобильных фарах где-то до 5000 люменов. В общем, комплектация данной фары такая. Сама фара идет. Гнездо подключения. Далее я буду показывать все детальнее. Это общая комплектация. Значит, сама фара. Идут две резиночки, одну из которой в результате теста я уже порвал. В общем, две такие резиночки идут. Идет аккумуляторный блок формата 18650, 8 штук батареек, литий-ионные. И идет сам коннектор. Провод сравнительно не длинный, где-то сантиметров 50. Так, весит она 300, это батарея, где-то 360 грамм, заявлено производителем. Идет чехольчик к этой батарее, чтобы ее можно было крепить. Кстати, она водонепроницаемая, но, как заявляет производитель, она не должна быть использована в воде. То есть вы можете ехать под дождем, но не в аквариуме, чтобы она не плавала. Вот так она крепится к раме. В общем, соединяется эта фара очень легко. Но прежде я вам покажу один недостаток, первый, который я нашел. Это очень коротенький провод зарядного устройства. По крайней мере, мне не хватает вот этих 40-50 сантиметров, не знаю сколько здесь, для зарядки. В общем, здесь идет обычная китайский входик. Это зарядка на 1 ампер, 8,4 вольта. И пришлось доделать немножко удлинитель. Получилось 1,5 метра, ну или метр, не знаю сколько. В общем, мне хватает и на нашу украинскую розетку. В общем, очень удобно получилось и отлично работает. Значит так, соединяется данный фонарик очень легко. Просто защелкивается. Значит, раз и все. И фонарик защелкнулся. Здесь у нас на фаре есть индикатор, выключил прожектор, есть индикатор заряда батареи. Когда он заряжен, он светится зеленым, когда он разряжен, он наполовину разряжен, он красным помигивает, и когда он почти вообще полностью разряжен, он мигает красным. Очень удобно и практично. Значит, немножко о его характеристиках. Включу эту фару уже. Это максимальный режим. Это очень ярко. Камера, увы, не передает того. Она просто фокусируется на луче. Не буду слепить. В общем, здесь 4 режима. 8000 люменов, 4000 люменов, 2000 люменов и мигалка. Теперь о времени работы. Как заявлено производителем и мной проверено, в максимальном режиме 8000 люменов данный фонарик проработал у меня 4 часа. Но, увы, эти аккумуляторы потом садятся, и в будущем, где-то через полгода, их будет хватать там на 2 часа. Но это уже потом. В общем, в максимальном режиме у нас получается 4 часа. В половине мощности у нас получается около 6 часов. Когда он выдает 2000 люменов, время работы его составляет около 10 часов. В режиме мигалки, как заявляет производитель, около 16 часов. То есть это на момент производства и в плюсовую температуру. Ясное дело, когда вы едете зимой, вы потеряете немного заряда. То есть он будет светить на порядок меньше. Но, в общем, не в этом суть. Значит, как мы убедились, светит он очень крепко и крепится, значит, к велосипеду. Как он? Здесь есть зажимчики. Вот такие вот петельки, ее сейчас отлично видно. Значит, одной стороной он цепляется за петельку, обжимается за руль. Так, покажу. Вот так, обжимается за руль и
второй цепляется стороной за вот эту вот петельку. То есть все очень удобно. Я вам хочу показать, как он светит в реальной жизни. Хотелось бы сравнить его с машиной. В общем, смотрите это дальше в видео. Так, это включение фонарика. Это минимальный режим его. Даже все отлично видно. Это мигание было. Это максимальный режим. В среднем видно где-то на метров, я не знаю, ну 100 это точно. Так, на руле у меня не сильно профессиональная камера, потому качество картинки, конечно, не очень. Да и дороги у нас не ахти. Но даже на не очень хорошей камере прекрасно видно, что перед дорогой. Каждая ямка видна, каждая трещинка. Кстати, хочу сказать, что угол обзора 160 градусов. Вот на картинке мы едем по парку, где очень темно, нету фонарей, точнее они есть, но они не светят. Но, увы, камера не передает того, что вижу я. Я вижу до конца дорогу, и там впереди еще есть небольшое озеро. Я это все видел. То есть камера передает буквально на метров 30 вперед. Но тем не менее, даже если смотреть по качеству этой картинки, все отлично видно, что перед тобой. То есть все лавочки, брусчатка, каждая дорожка, все видно, дерево, вот лавочка была, ну, в общем, замечательный фонарик. Подъезжаем мы уже к концу дороги. Человек, его отлично видно. Вот молодые люди тут тоже. То все отлично видно, как но я еще в начале дороги видел этих людей, то есть не так четко, но этой фары вполне достаточно, чтобы осветить перед собой, да не знаю, на метров 150 это точно. Смотрите, какое яркое пятно. Люди стоят, как днем свет. Здесь горочки. Смотрите, какое яркое. 8000 люменов, это, конечно, очень мощный агрегат. Кстати, по поводу того, что я говорил, что он нагревается. Да, он действительно нагревается, и довольно-таки немало, но... В максимальном режиме, я думаю, вряд ли вам понадобится на очень долгое время. За 3,5 часа, которые он у меня светил, или даже 4, насколько я помню, то он нагрелся просто до горячей температуры. Чтобы он поплавился там или что-то еще подобное, такого у меня не было. Вот откуда мы ехали, я проехал метров 200, наверное, и там все отлично видно. Вот это... И деревья стоят, ну, я не знаю, метров, наверное, 70 дальние, которые. Так, ну это уже вторая дорога с освещенными улицами. Тоже пятно не маленькое, дорога очень видная. И опять же, таки камера не передает того, что вижу я, потому что впереди еще длинная улица, и она освещается реально как днем. То есть я вижу все перед собой. Ну, в принципе, здесь видно все и так. Вот сейчас я перед собой вижу людей, там, где фонари впереди горят, но на камере этого жаль, что не видно. Ну, вот немножко. Вот здесь неровная дорога, все неровности видно. Такую фару автомобилистам, особенно если вы там ее включите на режим мигания, то тяжело будет не заметить. А безопасность на дороге главнее всего. Также если вы едете куда-то отдыхать,
там горы, я не знаю, то даже на самом минимальном режиме 2000 люменов, я думаю, что это в самый раз, как раз по гористым местностям на велосипеде. Он видел, едет сзади машина, сейчас попробуем сравнить. Вот у меня до следующего перекрестка все освещено, очень яркое пятно, если вы видите впереди, а у машины рассеянный свет. То есть смотрите, вот у меня яркое пятно, а у него такой как бы проблесковый, ну, очень слабенький свет. Я освещаю всю улицу, а машина только перед собой, буквально на метров там 5-7. Ну вот даже с этой машиной сравните, я опустил фару, чтобы его не слепить, но вот теперь поднял. Но все равно, заметьте, видите, каждая ямка, трещинка, все это видно. Кстати, хочу сказать, фонарик работает на светодиоде T6 XML-T6, 8000 люменов. Заряд аккумулятора 8,4 вольта, заряжение заряжается вот также от блока 8,4 вольта, 1 ампер. Протестировать со мной данный фонарик вы можете, просто позвонив, там внизу есть ссылочка, в группу ВКонтакте вступайте. Кстати, если вы хотите себе такой фонарик, стоит данный фонарик около $100, вы можете перейти в нашу группу ВКонтакте, вступайте туда, кстати, и получайте скидку. В общем, всем спасибо, пока.